Автобусы по городу продолжали ходить, но долгов у автоколонны 1310 накопилось более 44 миллионов рублей. Заявление в суд налоговая инспекция подала 20 июня. 5 июля оно было принято в производство. 12-го в суд поступила информация о кандидатуре возможного арбитражного управляющего. Назначить его не успели. Автоколонна погасила платежи. Сейчас автоколонна, главный директор и кибер-менеджер, то есть мы смогли искать средства. Платежи в налоговую проводились в несколько этапов. Должен погашен был уже после обращения? Да, уважаемый суд, после обращения с заявлением признания должника банкротом. Заслушав ответчиков, судья вынесла решение производство прекратить. Прекратить производство по делу А54-5472-2018 признание состоятельным банкротом муниципального унитарного предприятия города Рязани Рязанская автоколонна номер 1310. Взыскать с муниципального унитарного предприятия города Рязани Рязанская автоколонна номер 1310 доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».